Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот передо мной книга. У нее много названий. Мы знаем открыто для всех это три названия. Библия, Святая Библия. У нас просто Библия, а в немецком языке написано «Heiligenbibel». Святая Библия. Прям так и написано. Святая Библия. В английском языке означает «Святые книги». В переводе на русский язык. Другое, более четко говорит название, это Слово Божие. Третье, как мы к нему должны относиться? Священное Писание. Священное, неприкосновенное, не прибавить и не убавить. Самая большая глава в Библии это Псалом 118. 176 стихов. И кажется, она об одном и том же говорит. Как люблю я Слово Твое, закон уст Твоих, заповеди Твои возлюбил. А это все Слово Божие. И получается 176 стихов, а слово Библия там, в разных наименованиях, 185 раз. Ее верующие не просто должны знать, а ежедневно сверяться. Вот мы говорим, ну Бог сотворил человека по образу и подобию своему. А почему тут образ и подобие? А что сейчас? Образ-то есть, а подобия-то нету. То есть мы вечные, мы свободные, можем выбирать зло и добро. То есть качество, которое Бог дал человеку при сотворении. Но подобие было потеряно. Говорят, что каждая душа по природе христианка, выражение Тортеля, нужно добавить при сотворении. Сегодня она не христианка, она язычница. Рождается и с первого дня, с первой минуты уже в человеке проявляются наклонности не к послушанию. И плач, и недовольство, и капризы. И просто возрастает он, а быстрее его возрастают недостатки какие-то. А какие образы для нас? Образы сохранились. Мы привыкли говорить так, ну вот Серафим Саровский так поступал. Так поступал, а где это? Мы говорим, Мария египетская, вот такая-то была она, поехала на поклонение, люди, она видит много народа, она пристала переплывать, деньги платить, она рассчитывается телом своим. То есть блудница каких свет не видел. Притом не за деньги, а просто у нее влечение к этому было. И 47 лет в пустыне, ну прошло 12 столетий, 13, мы скажем даже больше. Ну а где подражатели? Ни одного нету. Ни одного. А почему? Да к этому Бог и не призывает. Писание нигде не призывает к тому, чтобы люди уходили в пустыню. Нет. А идите по всему миру. Вот она запись. Идите по всему миру. Мир – это не пустыня. Это имеется в виду люди, где живут. А вот теперь тут и смотрите. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Но мы должны смотреть на Христа. Вот такая, давайте возьмем одну церковь, вторую, там, по всей патриархии и другие, кто подражает? Даже по поступкам мало. А теперь у каждого квартира хоть какая-то, но есть, ну, своя подушка, своя постель, а у Господа ничего не было. Птицы имеют гнезда, я гляжу, гнезда, даже воробья, ласточки. Лисицы имеют норы, лисицы, то есть звери разные. А Сын человеческий не имеет, где главы преклонить. По сегодняшнему Бог с большой буквы. Подражайте Христу. Но в чем? Павел говорит, я подражаю. Да, Павел подражал, у него ничего не было. Какие были дипломы, звания, он одним разом перевел в другую сторону, как женщина, как книжник, научному Царству Небесному. Выносит новое из старого, все отдал для этого. Так вот я сегодня хотел показать, что призывает, когда кому-то подражать, то мы берем только плюс. Вот это подражать, вот этому надо. Вот этот человек молился все время, постился. Ну, постился-то не по-нашему. У нас просто диета меняется. Не пил, не ел. На горе был. У него с собой ни еды, ни питья не было у Моисея. 40 дней. Ну, кто из нас 40 дней не пил и не ел? Я не ел, говорит, но пил. Обезвоженный организм, сгущение крови, тромбоз, и человек умер. Можно воле своей, ну, заработала печень в другом направлении, там или еще-то, поджелудочная.
И был человек такой, Паисий Великий, 70 дней не пил и не ел. Но мы не можем подражать этому. А в чем надо подражать? В духовной жизни перед Богом. Иной говорит много, а на самом деле молчит. А иной молчит, говорит, а говорит много. То есть он глядит и все осуждает, и по-своему все переиначивает. Поэтому в первом послании к Коринфянам, 10 глава, вы можете запомнить это, два стиха всего только в Библии. 1 Коринфян, 10 глава, 6, 11 стих. Я цитирую наизусть, но я специально взял Библию, чтобы вы увидели, как это авторитетно. Вот по буквам прочитаю. Он говорит, вот вышли, когда они из египетского плена, одинаково все были, проходили в море по дну, крестились Моисея, но они о многих благоволил Бог, немногие вошли. Согрешили это всего лишь только 10 человек, когда пошли осматривать страну, 12, ну, разведчики. Осмотрели, вернулись, и те говорят, нам нельзя взять этой страны. Там люди, как деревья большие, а стены до облаков. Ну, то есть, у страха глаза велики. А двое сказали, ну, правильно, ну, мы же с Богом. Нам Бог Иегова поможет, мы раздавим их. И Господь сразу сказал, за каждый день ходили 40 дней, один год будете ходить по пустыне. 40 дней разведчики ходили, вернулись, они увидели виноградную кисть, там сорвали и принесли на шесте двое. Какая же это кисть-то? Это мы даже не знаем, такой виноградной кисти. Двое на шесте, да люди-то были здоровее нас тогда. И Бог сказал тем, которые 20 лет, они останутся выше 20 лет, все до одного костями ляжут и в песок зароют. Ну, Господи, ну согрешили-то всего 10 человек, а вы поддержали, голосовали за них, а теперь чего вы бунтуете-то? Пенсионный возраст повысили, вы выбирали этих депутатов, вот они теперь по пустыне вас водят, до пенсии не могут дожить. Это были, написано, образы для нас, вот образы подобия, это были образы для нас, считаю по буквам. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Мы можем показывать примеры благочестивых людей, добродетельных, жертвенных, постников, молитвенников. Апостол Павел показывает людей, которые Богу не угодили, которые остались в пустыне, не о многих благоволил Бог. Это были образы для нас. Страна забилась. Наркомания, воровство. А ты покажи, да, смотри, он город наворовал, как у него хорошо все. Но потом все это он изблюет. Думали, все так и будет. О чем писали перед революцией? Заигрывали, царь плохой был, придет хороший. И 100 миллионов загонит в гроб. Подряд сметали всех. Классами. Казачество, дворянство, офицерство, священство. Полностью истребить задача стояла. Вот теперь вы поняли, не о многих благоволил Бог. А мы посмотрим. Это были образы для нас. Образы для нас. И 11 стихом добавляет. Все это происходило с ними как образы. А описано наставление нам, достигшим последних веков. Последних веков, которые мы живем сейчас. Это для нас. Не о многих Бог благоволил. Многие шли по пустыне, многие и Пасху справили как надо. Мы все справляем, но многие ли дойдут и войдут? И нам легко рассуждать, потому что это когда-то было. А если здесь? Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Мы не можем отойти. Вот их 10, 6 в аду будут. Минимум 6, а может 9. Да как так? Я говорю, вы верите в это? Ну я верю, но... Неужели наша архиерея не спасется? И мы также думаем, так о нас-то не лучше сказано всех. Много званых, но мало избранных. Мало, совсем мало. 600 тысяч, и только 2 человека вошли. Но если бы 6 человек, да 2 вошло, тут как-то посчитать можно. Это даже процент, тысячная доля какая-то, процент это. 600 тысяч, это... Очень много. Какое горе. Где они окажутся, эти люди? Это все образы для нас. Образы, по образу подобию.
по образу Божию. А это образы отрицательные, и они для нас. Вот не слушается отрок. Мать на работу. А он в церковь ходит, причащается. А он дома остается и делает, что хочет. Во время поста лезет в холодильник, достает и жует. А что нужно делать? Библия говорит так, повторяю, не мои слова. Чаще наказывай его, дабы, сделавшись супругим, пока молодое ребро не восстало против тебя, и не возмущайся криками его, чтобы впоследствии утешаться. Я с детьми знаком, говорят, было бы свои дети, но разве бы сказал так? Мы знаем, лучшие воспитатели те, у кого детей не было, а не те, которые имеют детей. Я, говорит, знал 100 способов воспитания детей, пока замуж не вышла. А сейчас сколько? А сейчас ни одного способа нету. Я не знаю, что с ними делать. Делать, как в Библии написано. Златоуст говорит, дети не слушались. У Ильи, Ильи первосвященник, патриарх был. Он только говорит, дети, ну нехорошая молва у вас идет. А какая молва? Паломники приходили, они с женщинами спали при храме. Которую жертву приносили, они брали ее прежде, как принесут. Жирное выбирали себе на пельмени, да на котлетки. Нехорошая молва. Златоуст говорит, и ты погиб. С ним так и случилось. А что нужно было сделать? Первое. Наказывать. Связывать. И третье, изгонять. Так это родные дети. Связывать, наказывать и изгонять. Больше я ничего не могу добавить. Святые Златоуст. А сегодня, если ты накажешь, а имена лисицы, а они отнимут ребенка, тебе не надо брать ответственность за поступки, которые Бог повелел делать. Отнимут, как Бог даст. Я имею опыт больше, чем вы. 45 лет. В среднем у меня каждый год, раньше было 108-109, как по счету, дети со взрослыми. Приходилось наказывать. Были жалобы. Несколько раз возбуждали уголовное дело. И ничего не могли сделать. Даже по сегодняшнему ФСБ, КГБ задействовали, пожарников, электриков. В 1998 год 15 краевых комиссий за лето, за 2 месяца. И ничего не могли сделать. Дети митинговали, стояли, не заходите, кричали на крыше. Ну, тут, знаете, была Марина Плотникова, она все засняла и сохранилась, это показано было. Почему? Бог. Мы доверились Богу. А сегодня мне пишут и говорят, если бы тогда не наказали, я уже не мог отстать от этого. Как я благодарю Бога? Вы всюду будьте христианами. Вот мы сидим в вагоне, в общий вагон. Проводница проверяет, отдала ему, а он за руку назад, и другому передал билет, он подает про тот. А я сижу рядом. Я говорю, а вам кто будет? Да это мой старший брат. Я говорю, вы будете хлебать горькую полынь. Это ваш брат подрастет, он воровать будет. И он мне все это написал. Я, говорит, испугался, как говорит, с тех пор-то. Никогда больше не было. Да слава тебе, Господи, что сказал. И вором я не стал. Вот образы для нас отрицательные, но с них можно так многое взять. Мы говорим, первый мир был потоплен водою. Это Писание так говорит. А второй мир готовится к огню. И сгорит земля и все, что на ней. Мы хотим или не хотим, но Бог показал, когда люди изменили образ, мужчины стали разжигать все похоти друг на друге, апостол Павел говорит об этом, и женщины заменили естественное употребление, там, ну это все есть, названия другие, даются сегодня где-то. С неба пролился огонь, Содом и Гоморра и 5 окрестных городов. И ни одного не осталось, и места нету. Земля провалилась, и там море мертвое. Сегодня находят где-то какие-то корчашки. Пример уже определили, где было. А это были образы для нас. Сегодня усиленно насаждают вот это безобразие. Это скотство. И мир готовится к огню. Это были образы для нас. Выходит один из священнослужителей, там в Швеции пишут, и сказал, это куда же дожились гомосексуалисты? У нас в церкви находятся где-то. Его сразу в суд потянули. Снять со священника. Потому надо, чтобы жили, люди развратничали и прочее. Да не как-то, что и скоты бессмысленно не творят. А это были образы для нас. Образы. Содом и Гоморра – это образ, только не Божий. Дьявол сгорит в огне – это он все делает. И когда мы читаем Слово Божие, я
Особо хочу указать на детей. Никогда не было так. Мать не видит, а оставляешь, что хочет делать. Нет. У нас здесь был один рассказ. Я в соседнем селе был. И увидел дедушку Терентия, не поклонился. Он подозвал меня: Ваня, иди-ка сюда. Оттрепал меня, говорит, придешь отцу, скажи. А сегодня, чтобы родители не знали, тронешь моего ребенка, я тебе покажу, отец мне грозит. То, что он хулиганит, а я ему сделал замечание-то. Встретился с отцом и говорит: тебе Ванька-то сказал? Нет. Да сказал, я ему всыпал. На конюшню отвел, два жага проучил его. Я, говорит, до сих пор помню, уважение к старшим. Мы должны смотреть Слово Божие. Никого не бояться. Ты доверься Богу. Как это сделать? Я не знаю, только говорю, Слово Божие нерушимо. Премудрый Соломон говорит, 30 глава, 5 стих. Слово Божие чисто всякое, не прибавляй к нему, чтобы Бог не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А лжецом, лжецы написано будет все в озере Огненном. Лживый, ну, как говорят, вруша, врет, он ни в рай не попадет. Почему? Вот есть истина. Господь говорит, я путь, истина и жизнь. 14.6 Евангелия от Иоанна. Это были образы для нас. Мы должны здесь, в деревне у нас написано, дети – это общее достояние. Не так, что подойди, скажи. Тебе не надо наказывать его, родители верующие, мимо не проходи. И образы вот такие, говорит, если ты его не обличил, я его, Бог говорит, накажу без тебя. Он погибнет, но его кровь я защищу с тебя. Ты мог его предупредить? Детей отдают в город учиться. Почему вы не наказываете, чтобы за вашими детьми смотрели? Чтобы они были на богослужениях, на занятиях. Ты подойди, попроси, это важное дело. Когда-то в незнакомое место едет, то, ну, да там, знаешь, примите где-то на квартиру или что-то. Здесь рядом. В чем они нуждаются? Мы ответственны за все. Потому что те, которые не заботятся о домашних, написано, отреклись от веры и хуже неверного. Да как хуже? Написано так, это в Новом Завете уже написано. Мы должны вопрошать Бога, Господи, как бы нам на тех-то, которые не вошли, не быть похожими. Люди много не могли сказать князю Владимиру, но показали икону, сказали, вот это страшный суд. Вот огонь горит, видишь, как. Он говорит, ой, как страшно-то этим людям. А вот эти в раю, фу, а этим хорошо. Он больше ничего не мог сказать. Хорошо? И плохо. Ян Златоуст говорит так. Бог обещает рай и угрожает адом, но более содействует спасению страх наказания. Многие презрели в обещанное благо. Да ладно, не в раю, у порога где-то. Не пройдет. Ты, а вот ребенок пятерку получит, да, я ему 5 рублей дам. Родители некоторые платят ему за отметки. А он еще начинает подрисовывать себе отметки. Не за это, скажи, трудно тебе будет жить. Почитай места Писания, вот здесь вот заходишь в класс, и там написано, кто не любит знания, тот глуп, тот далеко не пойдет, тебя везде будут принижать, ты в любом деле не можешь быть передовым, не можешь улучшить работу свою, облегчить ее. У нас ничего родители не знали, но как какие-то праздники, мать какие-то пироги пекла, ничего не помню, да другой конец деревни, мы не ходили туда, мы до магазина и дальше нет. Вот до этого рядом жили, а на другом конце бабушки. День рождения, это день ангела, мать спечет, и я знал, куда идти, принести, и вместе они помолятся канон ангелу-хранителю. Ни в Библии не было, но вот это из поколения в поколение передавали. Ангел целый год ждет, когда мы поблагодарим его, что он нас хранил. Это мы в это верили. Что-то там было предрассудки, но вот это запомнилось. Это были образы для нас. Образы уже в родителях, которые жили и не совсем благочестиво, но благочестивые обычаи сохраняли. Да поможет нам Господь и на худых образах учиться, таких сегодня много больше, чем добрых, и вывести нас к желаемой пристани, к Царствию Небесному, и там быть нам вовеки. Аминь.